90% омских выпускников успешно сдали ЕГЭ. Остальным не удалось преодолеть минимальный порог. Таковы промежуточные результаты аттестации 2017 года. Сдать экзамен осталось только тем, кто по уважительной причине не смог присутствовать в первой волне. В Омске это 13 человек. Тем не менее, показатели успеваемости значительно возросли по всем предметам, сообщила директор департамента образования Екатерина Кспехова. К примеру, 100 баллов по русскому языку получили 16 выпускников. В прошлом году их было на 4 меньше. Омским школьникам даже удалось установить рекорд. Впервые за последние 5 лет высший балл по физике удалось получить сразу 4 выпускникам. Сегодняшний выпускник, он отличается от выпускника даже того, кто был 3-4 года назад. Он больше уже нацелен на выбор профессии, на определение своего будущего. И выпускник, который приходит в 10 класс, он нацелен уже на получение высшего образования, поэтому все результаты на это и направлены.